Всем привет, друзья! С вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием Академия School Simulator. Ну что ж, нас сейчас идет с вами пятый год существования нашей школы, и она, конечно же, стала просто огромной и замечательной по сравнению с тем, что было раньше. Ну, вы помните, да, мы начинали, вот этот у нас вход был, парочка классов, и, в общем-то, больше ничего. Теперь же это огромное помещение, огромное здание с кучей кабинетов, с кучей классов, с кучей всего разного и полезного, конечно же, с огромной библиотекой, и, в общем, с кафетерием, да, со столовкой, с залом для физкультуры, с зонами отдыха, с туалетом. Ну, короче говоря, совсем необходимым для учебы, конечно же, комфортный. Сейчас, пока я, как вы видите, не нажимаю на начать новый учебный год, мы сейчас с вами сначала давайте, я думаю, достроим классные комнаты и сделаем то, что хотели. А именно мы с вами по зонам, да, по зонам все распределим. Здесь у нас будут новички, здесь у нас, ну, новички 4 класса, соответственно, 4 класса получается второгодки, третьегодки и, ну, собственно, старшеклассники, назовем их так. Вот, сейчас у нас там уже учителя и все остальные пришли, но ученики, конечно же, не приходят. И, что самое важное, когда мы нажмем, у нас, по-моему, опять сбросится и начнется, собственно, первый учебный день. 323 ученика у нас в этом году, уже очень много, второгодок у нас прям что-то пипец как много, 117 первокурсников, 94, ну, собственно, остальных не так много, но мы с вами сделаем сейчас побольше, возможно, трансфернемся еще, как знать. Так, они тут, в принципе, закончили делать каркасики нам, да, давайте сразу постелим пол деревянный, естественно, везде, где это требуется. Давайте вот так вот чпоньк. Я думаю, здесь пол-то не нужен, как бы, да? Зачем лишнее стелить? Зачем лишнее нам с вами... Ну, давай, убирайся, раз. Так, и здесь тоже убирайся, вот. А вот сюда, пожалуйста, будьте любезны, достелите. И здесь, в принципе, то же самое по классам с вами делаем, да? Раз, два, три... Получается, класс будет и 4. Ну, здесь они все рядышком будут учиться, как бы нормальная тема. Нормальная тема. Ну и все, в общем-то, библиотека есть, кафетерий огромный есть, для стафа есть, все у нас, в общем-то, есть. Так, давайте запускаем, пускай они сейчас строят, и будем потом туда мебель сразу фигачить, соответственно, чтобы сразу всем места хватало. Ну и здесь мы с вами давайте пока с зонами разберемся. Так, это у нас фрешмены, получается. Фрешмены — это у нас новички, правильно понимаю? Да, поэтому здесь оставим для фрешменов, потому что у нас еще комната назначена как комната, скажем так, наказаний, да. Уберем зону, давайте, уберем зону. Я же надеюсь, это никак сейчас не повлияет на количество учеников вдруг внезапно. Уберем зону. Так, уберем, и потом просто переназначим заново. Так, здесь фрешмены, здесь тоже будут фрешмены. Здесь у нас будут, кто-то у нас вторые, получается, софомор, да, по-моему, да, софомор, джуниор здесь. И здесь у нас сеньорчики будут учиться, помидорчики. Все, так с вами и поступаем. Давайте, наверное, сразу назначим здесь зону. Так, раз фрешмены, значит, два фрешмены, вернее, три фрешмена, получается, четыре фрешмены. Все, фрешмены у нас с вами есть. Сколько у нас там в среднем получается парт-то в классе? Я уже забыл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ну, 30, 32, короче, да, где-то 30. Будем считать, что по 30, короче, по 120. Каждого вида, назовем это так, да, может нас учиться. У нас вот получается как раз-таки софоморов будет впритычок практически 117, да, остальных мало, можно будет вообще спокойно догонять количество, особенно старшеклассников. Что-то там вообще 50, что это такое за смешное число? 50, ужас какой. Так, ладно, давайте сразу тогда второгодок отметим тоже, да, раз, два, три получается и четыре. Во, все, есть контакт. Для них у нас с вами все готово. Они хоть могут прямо сейчас врываться в школу, да? Но остальным придется немножко подождать, когда здесь достроятся сейчас эти все классные комнаты. И мы с вами будем, естественно, все еще расставлять мебель и прочее, прочее, прочее. А потом уже только приглашать их на учебу. Но сейчас смысла нет начинать год, сами понимаете. Потому что, опять же, они сейчас придут, да, как бы учиться мне, где что они будут делать, тогда спрашивается. Поэтому нет. Так, куча еды. Вот то, что оно лежит так интересно на воздухе, оно у нас там не испортится. Ну, хотя здесь холодильники все забиты. Можно, конечно, еще холодильничек один прибахать, но холодильников здесь более чем достаточно. Поэтому даже здесь что, нифига себе, еда разложена, только зацените. Какие молодцы трудяги у нас, слушайте, повара наши, а, замечательные. Просто красота. Так, давайте быстренько-быстренько заканчивайте, пожалуйста, хотя бы еще для третьегодок здесь что сделать. Ну, а четверокурсники уже пофиг, да, типа, потом когда-нибудь получится. Не-не-не, давайте, все, значит, у нас тоже зона готова. Вернее, не зона, а помещение под зону, да. Давайте сразу разметим, вернее. Так, значит, у нас джуниор здесь получается. Ой, зачем я так выделил, здесь-то не надо. Так, я понял тебя.
Удалить зону. Давай еще раз. Джуниор. Угу, все хорошо. Джуниор. И, в общем-то, еще раз. Джуниор, казалось бы, да? Теперь, значит, берем объекты с вами и начинаем расставлять здесь все то, что нам нужно в классной комнате. Это, естественно, доска. Это, естественно, доски. Ну, классы будут одинаковые, понятное дело, как бы. Так, и стол для учителя. Так, раз, два, три, четыре. Сразу стульчики давайте бахнем. Так, как-то нужно? Нужно так, раз, два, три, четыре. Все, только теперь стулья для, в общем-то, учащихся поставить. Так, раз, два. А давайте вот так рядами. Какого хрена, да? Давайте прямо вот так вот. Много-много. Сколько здесь поставилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 18 получается, да? 18, и здесь можно тоже впритык делать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть 18 плюс 20 получается 38 вообще. Если вот так впритык сделать, по 38 человек, офигеть. Неплохо. Неплохо, однако, слушайте. Ну, давайте так и сделаем по максимуму, почему бы нет, да? Почему бы так и не сделать? Так, раз, и вот так давайте. Пускай учатся. То есть у нас с вами получается 4 класса по 38 человек. Это у нас сколько примерно там будет? 152. 152, друзья мои. У нас третьегодки может 152 человека учиться. Неплохо. Здесь, конечно, так не получится. Здесь можно только вот так еще притычок здесь поставить. Парты, кстати говоря, давайте, наверное, сделаем. Вот так, да? Дополнительные как бы. Ну, пускай будет. Здесь у нас как бы этот мусорник стоит, поэтому все-таки совсем уж не получится. Но здесь тоже, кстати, можно добавить раз. И вот сюда еще раз. Давайте, давайте, побольше запихнем. Побольше запихнем, как, знаете, селедку в банку. Нормально, нормально будет. Все будет хорошо. Так, здесь нормально. И здесь, в принципе, вроде как впритык уже и так идет. Да, вот тут тоже можно еще. Во-во. Пускай будет побольше мест. Пускай будет побольше ребятишек у нас здесь учится, да, и всем будет места хватать, все в таком духе. Ну, на самом деле, мы сейчас даже трансферить, наверное, не будем, потому что у нас, сами видите, прибыль вообще отличная. Нам главное с вами экзамены сдать. Нам главное с вами сдать экзамены, конечно. Чтобы все было прям отлично и хорошо. В принципе, сейчас мы с вами классы доделаем, да? Классы доделаем, и я думаю, что школа-то у нас как бы закончена уже будет. Что можно еще поставить? По зонам у нас есть вообще абсолютно все. Вообще вот абсолютно все. Так, став есть, это все есть. Это все есть, это все есть. Все есть. Ну да, получается, все есть. Давайте посмотрим, может быть, там по грантам что-то еще такое есть у нас. Так, да, у нас есть 300 учеников. Спасибо большое за грант. Так, клиник второго медбрата еще нанять, нас говорят, 500 учеников. Ну, как бы да, можно еще, в принципе, конечно, расширять и расширять, как бы, школу, да, как вариант. То есть построить потом еще здесь какие-нибудь классы, там, не знаю, классы, здесь. Еще все это, все, короче, плотно застроить. И тогда, конечно, да, будет у нас и 500 учеников, и все остальное. Тогда нужно будет и кафетерий, опять же, расширять, и другие комнаты расширять. Я не знаю, честно говоря, дойдем ли мы до этого, но посмотрим. Посмотрим. Мне пока сейчас интересно вот именно сделать то, что мы с вами делаем сейчас, а именно построить эти классные комнаты, да? Так, здесь, кстати, еще помещение готово. Давайте сразу тоже отметим. Построить классные комнаты, чтобы все учителя, ой, учителя, говорю, ученики поместились и хорошо учились, в общем-то. Так. Давайте, зоны. У нас остаются сеньорчики только, получается, наши, да, замечательные. Так, сеньор, давай здесь. 2, 3 и 4. Так, есть контакт, значит, объекты. Мы теперь с вами тоже делаем такие же классы абсолютно. Идентичные, в общем-то, как оно обычно и бывает. Так, раз, давайте здесь столик, значит, ставим тоже. Раз, два, три, 4. Так, мы денечек с вами пропустили уже, получается, у нас идет второй день, и я вот не очень уверен, если мы сейчас начнем, то есть он сбросится именно, мне кажется, на начало второго дня, да, то есть странно было бы, если бы типа день назад сделал, но посмотрим, ладно, ну в любом случае нам нужно достроить, иначе где у нас будут учиться, да, все эти товарищи. Вот, я решил здесь немножко убрать лишние парты, скажем так, и поставить там еще, знаете, что вот эти вот мусорники, потому что я что-то вспомнил, что они часто любят всякие бумажками кидаться, и вот это вот все, да, проказники наши, поэтому я думаю, что здесь мусорка, в общем-то, не повредит нам. Так, давайте-ка раз, давайте-ка два. Здесь сейчас они тоже уберут и поставим. Пока они у нас делают, в принципе, комнаты. О, я что сделал? Ты, господи, боже мой. Я поставил всем отличные стулья, конечно. Не те, которые надо, правда, но замечательные. Так, я понял вас. Я понял. Объекты. Объекты. Удались. Отмена. Убираем. Так, это убираем тоже. Все убрали. Так, это убираем. Убрать, говорю. Давайте. Ну, бывает, ничего не поделаешь, как бы бывает такое, да, знаете, глаза замылились, как это самое, и все.
И здрасте, приехали. Ну ничего, сейчас уберем. Сейчас уберем и поставим другое. Да, так. Ладненько, давайте, быстренько за работу, все делайте. Так, тут тоже лишнее убрали. Объекты ставим. Объекты ставим. Да, все верно, ставим объекты. А именно мусорки вот эти, которые в классе должны стоять, тоже, я думаю, да. Здесь давайте тоже сразу их добавим. Раз, два, три. Давайте, не убирай. Да куда ты убегаешь? Да что такое с тобой? Почему ты убегаешь? Так, раз и два. Ну все, знаете, зато сейчас опять плюс денежки, соответственно, мы их потратим, правда, теперь на парту. Нормально. Да что ты не берешься? Так, вот. Да куда ты пропадаешь-то? Видимо, из-за этих, короче, каких-то лагает, из-за этих вот действий, да, которые происходят, и убираются почему-то. Все, вот, сейчас нормально. Так, давайте, раз. Давайте, опа, два. Ну, сейчас быстренько здесь поставят, я думаю. Так, три, четыре... 5, а вот здесь что не убрали, кому оставили-то это, господи, боже мой. Вот тоже мне все за ними следить нужно, все за ними нужно следить, сами ничего нормально сделать не могут. Так, ладно, классный комнат у нас потихонечку, в общем-то, готовы. Давайте проверим расписание, как там у нас. Учителей не хватает, нужно будет больше учителей нанимать, да? Хотя пока как-то странно вообще, то есть, типа, они вообще нигде ничем не заняты. Подозрительно. Но это, видимо, потому что у нас сейчас занятий нету, я так полагаю. Так, потому что учителей у нас как бы достаточно, на самом деле. По два учителя на каждую, учителя на каждую дисциплину будет, в принципе, ну, если недостаточно, то хотя бы больше должно заполниться это все. Так, ладно, давайте, знаете что, запустим, я думаю, учебный год все-таки, да? Как бы тут уже доделают в процессе они. Погнали. Аня, знаете, сбросилась на первый день прямо учебный. Хорошо, я уже думал, боялся, что мы с вами денек... А, нет. Что за срань? Написано, смотрите, здесь типа выделено 2 дня зеленым, а написано day one. Странная хрень какая-то, конечно. Ну ладно, ничего. Нам, короче, лучше, конечно, чем чтобы с первого дня, чтобы наши товарищи успели подтянуть свои, так скажем. Так, здесь у нас 3 комнаты, в четвертую уже, видите, не хватает, к сожалению. Здесь 4, сейчас смотрите, здесь. Здесь... Два. А, это, видимо, короче, просто именно по количеству учеников. То есть, потому что их не так много у нас, да? Смотрите, 57, 55, 94. Я надеюсь, что так. Я надеюсь, что так, потому что, ну, как бы, здесь хватает у джуниоров. Ой, нет, у софоморчиков. У них все, смотрите, есть. Ну, нет, наймем по третьему учителю, конечно, наймем, потому что нам, во-первых, мы можем. Да, потому что можем, это уже достаточно, как бы. Ну, и чтобы точно везде все хватало. Пускай по 3 учителя на каждую дисциплину у нас будет. И, может быть, даже 3 звездочных сейчас мы наймем. Так, ну, нам нужно достроить здесь объекты еще, конечно же. Давайте сейчас доделаем. Давайте, опачки, вот так. Опачки, и вот здесь тоже еще хряпс. Все, готово. Готово, хорошо. Не, слушайте, ну школа прям реально замечательная получается. Прям огромная, большая, все. Ух, красота какая, да? Лишь бы теперь всего хватало и еды, и всего прочего. Ну тут уж как бы ничего не поделаешь. Нужно будет еще тогда, получается, готовить больше. О, смотрите, ломанулась толпа целая, а? Ломанулась толпа, жесть, как же их много-то. Как же их все-таки много. Нам, мне кажется, нужно нанять больше, знаете, этих. Мы с вами не хотели, кстати, нанять больше мониторов. Так, тогда давайте 1, 2, 3, 4. Здесь еще наймем, пускай бегают. Пускай ходят, в общем-то, смотрят, чтобы дети не баловались, да, у нас, а занимались тем, чем нужно заниматься. Так, ну, физкультура пошла, отлично. Здесь у нас тоже классы есть. Тут совсем мало учеников. Тут вообще никого нету. А где все-то? Эй, где все, спрашиваю я вас. А, вот, все, пришли. Тоже мало, правда, но тем не менее. Так, громкие студенты, господи боже мой. Давайте там ловите всех этих негодяев. Давайте. Так, смотрим теперь, что у нас по расписанию. Классрум номер 2, она у нас где? Вот это получается, здесь как бы и нет никого. Давайте, ладно, с учителями тоже поколдуем немножко все-таки, я думаю, да? Можно нанять, попробовать 3 звездочных вообще. Так, лэнгвичи, давайте, 3 звезды ищем. А что-то... Как бы разницы-то особой нету, 2 звезды, 3 звезды. А, ну не, лэнг, слушайте, 93, так-то нихера себе, да. 93. 86. 60. Ну, 93, понятное дело, как бы, да. 577 на зарплату, охереть. То есть это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 где-то на 600, и минус 3600 сразу у нас прибыли будет. Ну и ладно, как бы, у нас позволительно. Давай, Бобби Флоуч, ты сюда идешь? Вот я дурил картонное, что я сделал, не то нажал. Ну ладно, ничего страшного, 83, давайте, 88, 77, 62 и... Ну, конечно же, теперь такого классного учителя не будет, да? Не, мы, конечно, можем пощелкать еще, в принципе, что мы нам теперь терять. 97, во, 655, охереть ты стоишь как дорого. Ну ты потому что и в науку можешь, да, и вот это вот все.
Так, а есть чисто какой-нибудь языковой преподаватель? 93, кстати говоря. 97, 93. Ну, хотя разница в зарплате не такая большая получается. 99, тут нихера себе. Ладно, давайте 97 тебя нанимаем тогда, давай. Все, отлично, математика. Ищем математика, 76, но тоже нужно 90 плюс искать, естественно. 95, во. Так, 95, давай. Давай, математика. Нанимаем тебя, хорошо. Наука. Наука нам нужен тоже хороший какой-то. Так, 88, 82, 68. Нет. Ищем еще. Так, наука, 75. Ну, где ученые-то? 84, 93. 70, 75. Ну, давай, 93 получается. Ничего себе, математика, 99, не офигеть. Так, нанимаем. Значит, история. Теперь нам нужен историк хороший, да? 80 мало, 64, 80. 94, ну, давай ты у нас будешь... Ты у нас вообще прям красавчик, смотри, тоже какой. Давай, значит, нанимаем тебя сюда на историю, на искусство. Так, кто у нас человек искусства? 67, 87, 72, 85. Нету. Давай еще ищем. Так, 74, 79, 81, 7, что-то не везет нам. 84, 70, так, 70, 90 есть ровно. 65, 90, да? Ну, хотя бы 90 давай уже, пофигу. Давай хотя бы 90, нормально. И физическая подготовочка у нас. 93, 67. Что это за человек в цилиндре? О, сэр, вы из Англии, здравствуйте. Ну, давайте, ладно, у нас тут дамочка будет преподавать. 93, нормально, сойдет. Все, так. Так. Ну, тут никого нет, значит, никому и не нужно, потому что просто учеников нету. Так, тут у нас хорошие есть преподаватели, да. Тут у нас тоже два незанятых класса получается, да? Два незанятых класса, тут один. Ну все, хорошо. Учителей точно хватает, прям 100% хватает. Итого у нас сейчас плюс 10 тысяч, в принципе, что неплохо, я считаю, как-то так. Так, ну и как у нас там идет продвижение хоть какое-то? Ну, вроде потихонечку, да, было совсем плохо сначала, да, все, сейчас вроде потихоньку все. Более-менее выходит за первый день, но тем более только утро еще, у них еще есть время. Да, чтобы поднатореть в чем-либо. Поэтому нормально, в общем-то, будет. Мы с вами, конечно, можем пригласить еще учеников, в принципе, да, старшеклассников, например, чтобы, опять же, увеличить наши прибыли. Но, в принципе, мне прибыли пока хватает. Я говорю, сейчас главное, чтобы они нормально обучились и, в общем-то, хорошо все было. Знаете, что еще нужно добавить? У нас здесь коридоры с вами пустые получаются. Я думаю, мы с вами здесь добавим сейчас, давайте, скамеечки. Скамеечки, вот, кстати говоря, раковины, да, почему нет? Эти фонтанчики, вернее, для того, чтобы пить, можно было спокойно им, да? Так, давайте рабочие. Рабочие опять что-то хер пойми, чем занимаются там, да? Вот вроде у них работы больше нет, я им поставил фонтанчики, но они ни хера не делают. Самое интересное, что их здесь как бы нет. Что вы делаете? А, вы, наверное, кушали сейчас, точно, вы, наверное, кушали. Хотя хрен знает. Но надеюсь, что кушали. Короче, во, все поставили, молодцы какие. Так, давайте здесь еще... Знаете, что здесь еще аппараты поставим вот такие? Я думаю, здесь это, в принципе, не повредит, лишнее не будет, да? Вот, тоже фонтанчики можно дополнительные сделать, кстати говоря, здесь. Почему нет? Все-таки здесь люди отдыхают у нас, да, поэтому я думаю тоже. Пускай покупают, там пьют, т.д. и т.п. Так, где там наши... А, вот что хотел сделать. Я хотел сделать шкафчики. Шкафчики для наших учеников, точняк, в коридорах. Ну, как раз-таки можно, в принципе, здесь забабахать их. Вот здесь. Тут никому мешаться ничего не будет. И вот так по коридору они у нас сюда и пойдут, в общем-то. Я думаю, самый нормальный вариант. Так, давай-ка вот так, чик, сделаем здесь шкафчики, да? Сделаем здесь шкафчики. Но они должны быть в коридоре, да? Сделаем здесь шкафчики. Давайте устанавливать. Все. Так, здесь, давайте здесь еще парочку поставим вплотную. К двери ставить совсем не будем. Можно поставить здесь, а можно поставить еще вот здесь, кстати говоря. Давайте тоже вот так. Хотя, почему бы не поставить вплотную двери, да, как бы, пофигу, без разницы вообще. Но пока сделаем так. Пока сделаем так, кто-нибудь да будет им обязательно пользоваться, я думаю, этими шкафчиками. Ну что, первый день у нас, получается, подходит учебный к концу. Давайте посмотрим, что мы там в итоге с вами имеем за первый день. Так, что мы там за первый день-то у нас получилось с вами, пока на учебу не пришли. Но так, слушайте, есть все шансы, мне кажется, да, на хороший исход. Да, слушайте, даже очень хорошо. За первый день 20-ка, 9 дней, то есть, ну, прям вообще идеально. Если прям так и будет продолжаться, то это супер, это хорошо. Так, кого бы нам с вами еще нанять? Я думаю, что можно немножечко уборщиков еще нанять, да? Потому что грязновато все-таки в школе у нас как-то. Хотя у нас их, по-моему, до хера на самом деле. Так,
мониторов сколько у нас? Ой, не мониторов, этих уборщиков. 8 штук. Ну, давайте еще двоих наймем. Школа-то большая все-таки, да? Пускай убираются, бегают. Так, монитора получается 10. Давайте 9, вернее, давайте 10 наймем тоже. Пускай ходят, охраняют. Следят за порядком в нашей школе. Так, ну все. Получается как-то так. Угу. Так, пока что и оставим. Мы по 3 учителя каждого, собственно, предмета у нас. 12 учителей у нас, собственно, 2 ранга и 6 учителей 3 ранга. По-моему, просто идеально. Идеально. Бедненькие они, правда, ютятся, капец, как в своей этой учительской. Но ничего, в тесноте, как говорится, да не в обиде, да? Нормально. Так, что у нас? О, опять целая толпища тут, извините, просто как гурьба целая, да? Офигеть. Жесть. Какая же все-таки жесть. Так, ну все, хорошо, они там опять распределились, кто куда, кто тусоваться пошел, кто чем-то заниматься пошел, молодцы, кстати говоря, даже, смотрите, даже дополнительные занятия, да, они уже, некоторые ребята прямо заранее проводят, ай, красавцы. Так, хорошо, дайте-ка мы все-таки еще, я думаю, скамеечек поставим побольше, да, здесь, пускай тоже будут, как бы, ну а что бы нет, раз есть такая возможность, можно как бы и поставить, вот, мало ли кто-то захочет присесть, как бы, да. Как бы и присесть. Давайте здесь тоже поставим. Чего нет? Так, раз, раз. Во, хорошо. Пускай будет. И здесь тоже сейчас с вами это провернем. Так, раз, раз. Ну, как-то, то, знаете, совсем пустый коридор получается. Не очень, мне кажется. А так что-то хоть... Хоть скамеечки будут какой-то антураж прибавлять. Так, что мы с вами еще можем сделать, в принципе, внутри школы? Можем внутри школы поставить... пам-пам-пам, объекты... Ну, вот такие вот растения можем поставить, например. Где-нибудь. Типа здесь давайте, там здесь давайте. Не знаю, вот здесь можно их бахнуть везде, в принципе, да? Здесь тоже поставим. Пускай будут. Пускай растут, пускай красота у нас будет, да, в школе везде повсеместно. Так, раз, раз, давайте здесь. Здесь поставим. Тут. Вот так вот, ну, в принципе, я думаю. Я думаю, ну и здесь, ладно, давайте. На углу тоже поставим, вот, все. Ну, вот так уже как-то поживее смотрится реально, знаете, хотя бы, что внутри коридора стоит. Все хорошо. Так, здесь еды всем хватает, надеюсь. Ну, вроде как хватает, вроде как тут в раздаточных этих аппаратах есть еда. Тарелок, надеюсь, тоже всем хватает. Там как-то тут, видать, отравился. Зеленый побежал из столовки скорее к медбрату. Так, ладно. Может быть, поставить еще аппарат здесь один для посуды? Давайте, так. Вот сюда бахнемся, местечко есть, в принципе. Никому не мешает. Учитель решил попить из фонтанчика, замечательно, просто прелестно. Все, готово. Есть такое дело у нас, ну и вроде бы все нормально. Вроде бы всего всем хватает. Убираются тарелки у нас, правда, конечно, не так быстро, как хотелось бы, но справляются все равно, справляются. Хорошо, хорошо. Наняли мы с вами побольше охранников. Ёлки-палки, зацените, что у директора творится. Охранники просто приводят один за одним. Один, блин, за одним учеников. Жесть. Джесс, ну-ка дай-ка глянем на тебя. Ну-ка глянем на тебя. Энерджи, так. Хрен энерджи, что ж ты балуешься у нас? Не надо баловаться. Вот так и будешь около директора все время тусоваться. Будет тебя отчитывать. Будет, да-да-да. Там аж слова у него запикиваются, видели, да? Жесть какая. Аж слова запикиваются. Так, ну все, вроде бы замечательно, все хорошо, всем всего хватает. Прибыли нам тоже, в принципе, хватает. Немножко она сейчас подупала, ну, потому что наняли много персонала. И, наверное, я, знаете, трансфер делать пока даже не буду, в принципе. Потому что мы оставим места на будущий год. У нас там опять много людей, я надеюсь, будет. И все в таком духе. Здесь, в принципе, у нас что? Здесь у нас только по трансферу всякие разные штукенцы остались, да? Здесь по трансферу, в принципе. А, ну давайте, ладно, наймем еще одного медбрата. Пускай они здесь вдвоем тусуются, наверное. Так... Здесь еще одного наняли, все, спасибо большое. Так, и что получается? Ну и опять же, получается, у нас маршруты, на которых охранников, типа, пихать, что-то все. Ну и 500 учеников, остальное, в принципе, все. Мы такое основное с вами уже сделали. Отлично. Ну что, друзья, мы с вами на этом пока что закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте следить свои комментарии, нажимать на колокольчики. Ну а мы с вами увидимся в следующий раз. Всем до скорого и пока-пока.